За 10 лет до того, как я стала владелицей этого дома, здесь произошла ужасная резня. Нет, не надо! Пожалуйста! Муж и жена погибли. В вашем доме? Если быть точным, в коридоре. И потом коридор исчез. То есть за последние 50 лет кто-то скупил почти все дома? В которых произошла какая-нибудь трагедия. Кому надо покупать дом, чтобы целиком вырезать из него место преступления? Я нашел это в документах о продаже. Джебедая Кроун. На этот раз мы подошли слишком близко. Господи, вы меня напугали. Я была его жертвой. После вас, моя дорогая. Возможно, вы знаете человека, которого я ищу. Джебедая Кроун. Вы заблудились, дети мои! Не делайте этого! Погубив свою душу, инвалид смог встать на ноги и пойти. О, Господи! Джебедая Кроун побывал в аду и принес оттуда свои секреты. Джулия! Ты понятия не имеешь, что за кошмар творится в этом городе! Он строит ад на земле. Пожалуйста, просто скажите мне, что это за дом! Пройди коридорами ада, чтобы открыть самую страшную тайну. Ты готова бросить вызов тому аду, что я построил? Абатуар. Лабиринт страха. No, no, no.